Мы строим город будущего, потому что именно наше поколение мыслит совершенно иначе. Именно у нас возникают самые смелые идеи. Я считаю своим призванием создать архитектурные проекты зданий города, которые станут всемирно известными. Мы – творческие люди, которые видим в окружающих нас вещах больше возможностей, чем другие. Здания города достигнут небес, как наши великие цели. По окончании школы я планирую поступить в ИКГТУ имени Даулета Серикбаева на факультет архитектуры и дизайна, где и будут созданы первые штрихи города будущего. Мы построим город с самыми светлыми помыслами, вкладывая память предков.